Буженина – ароматное мясное блюдо. Чтобы буженина получалась сочной, я использую свиной окорок, чеснок и любимые специи. Вот такой простой рецепт, а мясо получается просто изумительным на вкус. Если у вас есть хороший кусок свиного окорока, то этот простой рецепт превратит его в изысканное и ароматное блюдо. Буженину, это замечательное запеченное мясо, станет прекрасным украшением любого застолья. Я поделюсь рецептом, как приготовить буженину по простому рецепту, запеченную в чесноке и горчице. Для пикантности добавим немного апельсиновой цедры и коричневого сахара, для красивого золотистого цвета. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Свиной окорок, 1,5 килограмма. Чеснок, 3 зубчика. Горчица, 2 столовые ложки. Майоран сушеный, 1/2 чайных ложки. Коричневый сахар, 50 грамм. Сушеный чеснок, 1 столовая ложка. Цедра апельсина, 1 чайная ложка. Соль, 1 чайная ложка. Перец черный молотый, 1 чайная ложка. Вино, 1 стакан. Апельсиновый сок, 1 стакан. Количество порций, 10. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Жду снова и желаю вкусного дня.